продолжая играть Механикус, в общем, поразмыслил немного над тем, что делать дальше. Пустеволы по-прежнему простая миссия с не очень опасным противником, плюс отличная награда. Размер шкалы познания увеличится на 1. То есть, наверное, тут очевидно, что я буду проходить ее, чтобы подкопить опыт. В общем-то, как я и говорил в прошлом видео, черного камня, которого я накопил, оказалось недостаточно, чтобы как-то серьезно подумать о прокачке. Всего один смогу навык взять. Ну, видно, да, что 240 просто, чтобы поднять на 1. Вот, я думал, что поднять лучше. Я хотел качать, конечно, технопровидца, но в итоге пришел к выводу, что, ну, после того, как в прошлой миссии увидел монолит на 3 очка познания, пришел к выводу, что нужно докачать как минимум протокол извлечения для сервочерепа. То есть, чтобы он собирал все очки познания с монолитов, у которых будет 3 очка, там 2, будет очень, очень ценный вариант. Поэтому буду стремиться прокачать его, и только потом уже пойду в ветку технопровидца. Вот. То есть, что еще интересно можно сказать? Ну, например, у меня уже одну очку прокачано в лекс-механике. Это хорошо, позволяет мне взять один из предметов. В общем-то, тут очевидно, самый лучший вариант — это руки, которые дают 20% шанс уклонения. Это вообще самые, наверное, лучшие руки, которые только есть. Единственное, только, например, есть руки, которые увеличивают крит. Но это уже для тех, кто играет, допустим, там, через тех, кто прям наносит серьезный урон. Может быть, кстати, может быть, если бы я играл не в соло, не соло магасом, а толпой, то, конечно, я бы взял на крит какому-нибудь своему доминусу, который бы там носил с собой оружие на массовый урон. То есть, вот. Ну, здесь вариант, в общем-то, самый лучший вот этот. Есть одно очко аугментики, в общем-то, как раз в прошлой миссии механ один брит один взял, в общем-то, на второй уже не хватает времени и места. Можно, конечно, было бы убрать руки, но я думаю, не принципиально. В общем, не настолько крутой механ один брит, чтобы, допустим, его с собой постоянно таскать вместо рук. Вот. Так, что еще тут можно сказать? Ну, в общем-то, все будет по-прежнему. Единственное только, что я, например, полностью уже раскачал гимн ремеслу. Поэтому заменю его на более ценный, то есть будет у меня 2 на 9 и на 6. В общем-то, в принципе, в прошлой миссии мне они не понадобились, но должен сказать, что я просто тоже опять забыл о том, что они у меня вообще есть. Вот, надо постараться будет не забыть, наверное, на следующей уже миссии, когда уже пойдут более сложные уровни, будет важно. Вот, ну, в общем, высаживаю. Так. Блин, карта очень большая. Так, очень большая карта. Раз, два, три. 4 минимум комнаты придется пройти. Я думаю, 1, 2, 3, 4, 5, да, то есть вот это самый короткий путь, самый, наверное, оптимальный. Можно более рискованный пройти, допустим, через 5. Каждый из них будет увеличивать пробуждение на 2, но тут можно будет добыть больше, допустим, ресурсов. Вот. Но я, наверное, пойду все-таки коротким путем. Нужно в тройку укладываться, во всяком случае, хотя бы постараться. Шифровать это изучение, избавиться от доступа к сигналу для отряда, то есть не прекратить этот сигнал как таковой, то есть, наверное, не лучший вариант. Так, чтобы его перевели там, вот это интересно, кстати, будет дешифровать, наверное, кстати, может быть полезно, то есть вдруг там какие-то засады или прочее. Вот я выбираю один из двух, я, наверное, попробую дешифровать. Блин, очень неприятно, ну ладно. Зато получил немножко очков познания. Пригодится. Правда, здесь битва всего одна, в общем-то, не особо это ценно. Сойдет. Неактивный некрон-разрушитель. О, кстати, это, по-моему,
Миссия на убийство Некрона-разрушителя. Очень неприятная миссия. Так, возможность сбоя протокола не коснулась. Достать разрушителя? Ну-ка, попробую забрать. Интересно, что будет. Ладно, урон получил. Немножко пробуждение. Не лучший вариант, конечно, был. Да, не очень хороший вариант, конечно, был. Ладно, фиг с ним. Так. Кстати, вот тоже непонятно, что будет. Вот этот часто попадался, наверное, его попробую. Так. Кстати, непонятно. А, восстановить очки здоровья. Кстати, неплохой вариант тоже. Как раз я в прошлой комнате получил небольшой урон. Надо будет запомнить этот. Он часто появляется, я его, в общем-то, в принципе, уже помню. Так, что тут? Вот это черный камень. Тут все вроде более-менее понятно. Так, что тут можно подумать? Если я захожу, будет всего лишь плюс 2. Могу сюда, в принципе, зайти, будет еще плюс 2. Может быть, плюс 3. Хотелось бы, конечно, и сюда зайти. Так, ладно, наверное, я вспомню этот уровень. Кажется, здесь будет разрушитель. Он довольно долгий будет, очень неприятный. Попробую, наверное, все-таки прямо сейчас тогда ворваться, что ли. Очень много, конечно, комнат не открыто, не очень это хорошо. Зато хотя бы прямо на моей стороне. Да, так я и думаю. В общем-то, уничтожитель не очень приятный противник, у него два хода. То есть задача образцы некрона-разрушителя убить и уничтожить все цели. Ну, в общем-то, в принципе, не так уж и опасность здесь будет. Я не вижу здесь других некронов. Может быть, они, конечно, пробудятся. Так. Ну, я хожу максимально далеко. Кстати, мне надо будет сюда еще заглянуть. Думаю, попробую сервиторов сюда подогнать. Пусть он к ним подходит. Я быстренько пока сбегаю сюда. Как-то так. Все, поехали. Блин, некроны все-таки пробуждаются. Ладно, раз некрон пробудился, то тогда, наверное, имеет смысл все-таки сразу пойти биться с разрушителем. Так, я надеюсь, он меня не выстрелит через стену. Так, что тут? Тут, я думаю, правильным было бы его просканировать, чтобы посмотреть, что у него тут да как. Ну, в принципе, ничего такого страшного здесь нету. То есть брони нет, ничего нет. В общем-то, я думаю, за пару ходов я его развалю. Так, стоит ли к нему бежать? Я думаю, подбегу. Разок пальну. И отбегу, да? Кстати, можно было, как вариант, даже, наверное, серого череп на что-нибудь другое использовать, потому что я бы сейчас его, если бы пальнул с бласт-пистолета, то узнал бы о нем, сколько у него брони. В общем, наверное, это была ошибка. Так. Да не, наверное, не буду вперед идти, пусть он сам ко мне подходит. Вместе попробуем его забороть. А потом уже пойду в это некрона этого бить. Пойду и зачищу консоль. Так, вот здесь, кстати, возможно, есть смысл пока что подождать. Механику самому немножко подзарезать. Как-то вот так. Так. Я думаю, залп. Потом подкачаю дух машины топора. И можно, наверное, даже будет убегать. Хотя можно попробовать и из дугового кнута выстрелить.
Так, или может быть этим еще задать? На одну клетку отброшу. Да, наверное, так и сделаю. Кстати, походу не отбрасывается, он слишком массивный. Ну, наверное, это правильно было бы. Так, стоит ли мне лупить с дугового кнута? В общем-то, в принципе, я думаю, сейчас пробудятся здесь скоробеи. Лучше убить их сразу всех вместе. Пока что, в общем, подожду, наверное. Все, вроде более-менее нормально получилось. Сервиторы, в общем, особо не нужны. Пускай умирает, если что. Кстати, наверное, я этого все-таки отведу. Вот этот еще подойдет. Потом, блин, еще открылось. Это хорошо, кстати, что я прямо сейчас отправился сражаться, потому что уровень пробуждения бы я бы, наверное, в тройку не вышел. Так, дух машины у меня раскачан. Встану, наверное, сюда, если, допустим, он подойдет. Скоробей получит урон от меня. Так. Как раз, кстати, следующий скоробей ходит. Ну, посмотрим, как это будет работать. Да, вот так вот посмотрим. Так, стоит ли его добивать? Наверное, я его не добью, но он потом, когда начнет движение, он умрет, скорее всего. В общем, сюда встаю. Если некрон будет стрелять, даст мне немножко очков пробуждения. Очков познания. Так, ну вроде он уже мертв. На следующий ход должен будет помереть. Так, давай. Отлично. Ну, кстати, не убил его полностью. А вот здесь повезло. Если бы он сюда пошел, мог бы, кстати, подлечить немножко. Разрешить. Так, тут что делать? Ну, тут обязательно нужно консоль добирать. То есть что-то нужно будет придумать с этим. Так что, в принципе, он уже полутруп. Но, кстати, он сейчас будет ходить, и он не вызовет атаку по возможности, потому что они уже свои атаки по возможности потратили. Поэтому, наверное, есть смысл все-таки его выстрелить в него хотя бы. 4-5. Вот как раз я его выдаю. Нормально. Все, вроде нормально. Наверное... Доберу сейчас здесь очко познания. Чтобы быстренько добежать сюда. Надо, кстати, не забыть о том, что мне еще подхилиться надо. Так. В принципе, я уничтожу сейчас эту консоль. Попробую, наверное, добрать здесь очко познания. Просканирую. Просканирую сейчас консоль, уничтожу ее и спрячусь за укрытие. Потом начну уже долбить сами клетки. Нормально. Вроде, кстати, даже до тройки не дошел. Так, здесь вроде нельзя в меня стрелять. Попробую, если здесь встану, будет атака по возможности, но он в меня выстрелит. Что не очень было бы хорошо, наверное. Так, попробую, наверное, забрать очко и сюда куда-то отступить. Так, и на следующий ход... На следующий раунд я здесь выставлю еще сервиторы, на всякий случай. Все, вроде нормально. Все, пропускаю ход. Кстати, даже ни одного сервитора. Потому что они мне сейчас здесь еще наколупают немножко очков познания. Так, выстрелит походу. Ладно, как раз вот эти очки познания, значит, я потрачу на лечение. Блин. Ну, в общем, в принципе, я все правильно сделал, что не стал всю карту открывать. Так, тут нужно еще этого добить. Ладно, в общем, один сюда, чтобы связать скоробея, прокачать дух машины. Так, нужен ли второй мне здесь?
Да, наверное, да. Возьму второго тоже. Так. Попробую встать сюда. Этот потом ударит сюда и сюда отойдет. Как-то вот так вот. Даже, наверное, вот этого добью. Раскачаю дух машины. Так, этот выстрелит, надеюсь, в этого целого. Сохранит, так сказать, моего вот этого сервера. Этот здесь где-то встанет. Блин, не получается, кстати. Наверное, тогда стоит вот сюда будет вставать. Как-то вот так вот. Дух машины раскачан. Думаю, потом, когда этот некрон начнет движение, его две атаки добьют. Очень на это надеюсь. Так, ну тут обязательно скоровей нужно душить. Потому что он лечит. В общем, даже, наверное, перекрою здесь проход ему. А, нет, не смогу. Атака по возможности. Ладно, так и оставлю тогда. Он потом на следующий ход его должен, по идее, добить. Ну, скоробей не стал двигаться. В общем, все нормально, сойдет. Так, здесь обязательно нужно лечиться. Нельзя терять черный камень. Так, следующий ходит. Ну, эти два некрона, в общем, все нормально. Здесь я потом смогу перевязать возможности этому некрону. Так что можно спокойно лечиться. Да уж, не суперски подлечился. Ладно, фиг с ним. Так, попробую его прощупать. Кстати, как вариант, я сейчас подойду, наваляю ему с топора, потом мой сервитор подойдет, и в общем, это труп уже. Тут без вариантов. Это труп. Ах ты, блин, совсем забыл, что очка-то нету познания. Ладно. Ну, здесь не буду этого делать, просто подожду тогда. В общем, все равно атака по возможности будет работать. Так, здесь вроде, кстати, все работает так, как я и планировал. Он выстрелил по сервитору, сервитор выжил. Сейчас мы его забьем. Да, все отлично. Тут зато получилось все как надо. Вот здесь не очень хорошо получилось. Но я думаю, когда он начнет двигаться, мы его все-таки убьем. Да, отлично. В общем, как и было задумано здесь. Так, осталась еще одна неоткрытая гробница. Я надеюсь, она не будет пробуждаться. Надо уже заканчивать уровень. Так, стоит ли брать еще одно сервитора? Особо толку от него не будет, конечно. Наверное, тогда не буду брать. Действительно, как-то так здесь сам справлюсь. В общем-то, сервиторы, если они сдохнут, на них пофигу. Не буду ничего делать. Так, попробую здесь тогда его просто завалить. Так, в общем, если здесь откроется, то это будет плохо. С другой стороны, если я сейчас быстро его убью, то я не подлечу своего механикуса и потеряю черного камня. В общем-то, времени еще полно. Наверное, тогда не буду ничего этого делать, просто отойду. Этот должен выжить, пока я не подлечусь полностью. В общем, этого пока добиваю. Пока не подлечусь, в общем, буду здесь что-то выдумывать, потому что, ну, уровень пробуждения пока что оптимальный. Так. Здесь, а, блин, не очень удачно сходил. Здесь нужно механикуса, скорее всего, сюда тащить. К пробуждающемуся некрону. Скорее всего, так. Так, стоит ли его добивать? Надо подождать один ход для лечения. Как минимум. Ладно, попробую собрать тогда, наверное. Да тут даже, в общем-то, и собирать нечего. Ладно, его тогда просто добью. Прокачаю дух машины. Так.
Как-то так, что ли. В общем, нужно как-то постараться и этого убить. И вот этого потенциального, который будет пробуждаться. Ладно, пока что пропускаю ход. Атака по возможности? Не получилось. Так. Выставлять или нет? Наверное, нет, не буду выставлять. Фиг с ним, и так справлюсь. Тут пока что пропускаю ход. Надо обязательно отличиться будет. Тут, в общем-то, в принципе, ладно, сюда пусть станет. Надеюсь, мне хватит здесь лечения. Что-то прям вообще очень плохо все. Еще два хода, видимо, придется ждать тогда. Блин, ладно. В общем, время есть. Время есть. Буду, значит, здесь ждать пробуждающегося нейтрона. Как-то так, что ли. Трачу одно очко, тут же забираю его. Все нормально. Все, тут можно пропустить ход. Так, если здесь он пробудится, то, наверное, здесь имеет смысл одного еще взять. Проще его будет убить. В общем, надо здесь как минимум еще один ход подождать. Подождать, пока не подхилюсь полностью. Кстати, а здесь можно просто встать и не дать ему выйти, как вариант. Да, наверное, не буду этого делать. Фиг с ним, все-таки убитый некрон — это тоже очки черного камня. То есть пусть пробуждается, если хочет. Так, здесь пока что жду. Здесь тоже пока что жду. Или, может быть, подойти все-таки. В принципе, шкала полная, наверное, все-таки подойду. Чуть поближе сюда куда-нибудь. Все, пропускаем. Лечимся. В принципе, можно уже бежать, убивать его. Да. Наверное, даже не буду больше ничего ждать. Просто иду и убиваю его. Так. Развалю его с помощью кнута. Все нормально. В общем... Как-то не суперски я здесь все расконтролил, но более-менее все нормально. То есть живым-здоровым вышел, собрал кучу черного камня. Нормально в итоге получилось. Пришлось немножко постараться, чтобы не потерять черного камня. Правильно я поступил, что уложился в 3 пункта пробуждения. В общем, более-менее нормально все получилось. О том, как поступлю с черным камнем, уже, наверное, потом расскажу в следующем видео.